Знакомьтесь все, это Венсдей, наша новенькая. Тебе понравится у нас Венсдей. Новенькая такая странная, вся в черном. Лузер! Можно мне водичку? Конечно, сейчас принесу. Кто хочет поиграть с моими рыбками? Это пираньи? Приветик, ты идешь со мной? Что? Упс! Стоять! Вампир украл Венсдей! Я сбилась с пути. Пора звонить в полицию. Офицер Добби, только что вампир похитил ребенка на детской площадке. Понял. Полиция здесь. Тише, не надо кричать. Это я. Фух, я думала, это преступник. Скорее, идем собирать улики. Это был страшный монстр. С клыками, как у саблезубого тигра. И огромными лапами, которые схватили бедную девочку. И замораживающим взглядом хищника. Ну как, похож? Мама мия! Ну и ступидо. Эй, это точно не он? Слежки нет? Ух, отлично. Дом, милый дом. Теперь можно отдохнуть. Какая красота! О, ребенок, точно. Давай, вылезай оттуда. Что? Хаги? В чем дело? Ты меня ищешь? О, какая милая крошка. Бу-бу-бу, как я тебя боюсь. Хватит сисюкаться с едой. Теперь ты моя пленница. Эй, почему не закрывается? Что, заела? Что? Упс, прости, Хаги. Я возмещу тебе ущерб. Это все ты. Будешь сидеть здесь, пока я тебя не выпущу. Та-дам! Я просто гений. Эй, гений. Моя бедная ножка. О, надо рассмотреть все детали. Да хватит уже, подвинься. Подержи-ка. Стой, с дороги, отойди, кому говорят. Сегодня не мой день. Это худший напарник на свете. Ай-яй-яй. Ну все, пора обедать. Где моя свежая кровь? Обернись! Что? О, нет! Мои драгоценные зубки! Ну, привет, вампирчик! Ждите здесь! Где это мы? Вау! Вот это да! Я нашел ее! Сейчас же оставь игру! Нам надо искать девочку! О! А я нашел пиццу. Даже не думай, не ешь это. Еще чего, я не обедал. Отдай пиццу. Не отдам. Моя пицца. Только попробуй откусить. Хватит, это моя пицца. Уже нет. Окей, ты сам напросился. Подержи-ка. Ауч, моя коленка! Ну, давай. Ты пожалеешь, что связался со мной. Ауч! Эй, очнись! Ты жив? Он придет в себя. Кстати, мы ищем Венсдей. Ты ее не видел? Нет. Очень жаль. Спасибо, доктор. Мои прекрасные новые зубы. Минуточку. Клыки мечты. Хочу себе такие же. Прекрасно. Ой, смотри, куда прешь. Одну минутку. Подозрительно. Да в чем дело? Ты не видел этого преступника? Нет. Ладно, свободен. Не мешай следствию. О, нет, это она. Ну что? Идем дальше. О, моя любовь. Нам уже пора на усыновление.
Установление? Одну минутку, совсем забыла. Ух, чуть не попался. Что? Где еда? Хочу есть. Еда, еда, еда. Тише. Вот меню. Венсдей на завтрак, обед и ужин. Нет, это не то меню. Вкусняшка. Вот оно. Мое коронное блюдо. Это кровь? Нет. Отказываешься? Ладно. Алло, служба доставки. Принесите мне обед для одной маленькой противной девочки. Спасибо, жду. Фу. Что это за место? Где мой заказ? Спасибо. Фу, не представляю, как это едят. Гадость. А где твой обед? Хороший вопрос. Хочешь соус? Нет, спасибо. У меня все есть. Где же этот морж, а? Помогите! Венсдей, это она! Тебя никто не спасет. Надо ее спасать. Я так не думаю. Подвинься, он мой. Ты! Полегче, приятель. Да, молодец, напарница, отлично. Спасибо за помощь. Ага. О, возьму себе, в хозяйстве пригодится. Вау! Какие великолепные усы! У меня специальный уход. Развяжи меня, я расскажу. Окей. Ужин подан. Остался последний шажок. Мне нужно срочно освежить дыхание. Вот теперь можно продолжать. О, она такая милая, когда спит. Сладких снов, малышка. Что? Соберись, тряпка. Один укус. Эй, а где еда? Куда подевалась девчонка? Спасибо за помощь. Это лучший воск для усов. Мой авторский рецепт. Класс! Забери, мне не до этого. Итак, вы видели этого преступника? Что за? Нет. Ни разу. А эту девочку вы видели? О, это Венсдей. Нет, не видели, извини. Все зря. Идем, напарник. Пока. Эгман, и кто из нас теперь главный? Извините, вы забыли вашу веревку. Ага. О, нет, я погорячилась. О, да. Приветик, добро пожаловать на урок. Вещь, сколько будет 2 плюс 2? 4, правильно, молодец. Выскочка, теперь твоя очередь, вампир. Какой здесь ответ? Не знаю. Один. Нет. Нет, прошу, нет. Обожаю учебу. Вы видели эту девочку? Нет? О, какой интересный фильм. Эй, тише, простите. Сам. А как же Венсдей? Эй, это мой попкорн. Хватит шуметь. Не мешайте нам смотреть фильм. Тишина, я из полиции. А это что? Неважно. Ого, вау. Молодец, напарник, ты их нашел. Да, я так и планировал. О, нет! Вау, вот это спецэффекты! 3000D, круто! Скорее, в портал! Ой, это не я. Венсдей? А что тут произошло? Подвиньте. Привет, я нашел похитителя. Венсдей, ты в порядке? Пожалуйста, арестуйте меня. Я готов идти в тюрьму. Только заберите меня отсюда. Это я, видите? Преступник как на фото. Я всегда знал, что это ты. Ты арестован. Эй, напарник, присмотришь за ребенком? Пожалуйста. Окей.
Нет! Проснись, дорогой. Нам пора выбирать себе ребеночка. Кому же повезет? Девочки, выбирайте родителей. Семья вампиров, пауков и лонглексов. Кто куда? О, наша летучая мышка. Эти. Иди к нам, паучонок. Эти. Давай к нам, куколка. Эти. Вампиры. О, добро пожаловать в семью нашей летучей мышки. Приготовьтесь. Теперь мы семья вампиров. Полетели. О, объединение семьи, это так трогательно. Пока-пока. Все, дети закончились, всех разобрали, пока. А как же я? О, это наш ребеночек, это наша дочь. Это наша Вики. Детка, выбирай свою будущую семью. Вики, иди к нам. Еще чего? Иди к нам, деточка. Привет, друзья. Напишите в комментариях, какую семью выбрали бы вы. Спайдерменов или лонглексов? О, монетка. Она и решит мою судьбу. Кому же я попаду? В семью спайдерменов. Добро пожаловать в семью, детка. Что? Этим букашкам? Чем они будут кормить ребенка? Конечно, удачи. Держись крепче. Вау! Ну вот и все. Это наша гостиная. Класс! Мне так нравится. Наконец-то у нас семья. О, Майлз! Видишь, почему нельзя высоко прыгать на диване? Ладно. О, а можно порисовать? Стоп, стоп, стоп. Мы заберем все опасные вещи. Ну и скука. Можно хотя бы посмотреть мультик на телефоне? Нет. Ну почему? Это же безопасно. Нет, ты испортишь себе зрение. Хотя подожди, если это видео наберет 50 тысяч лайков, тогда, возможно, мы разрешим тебе досмотреть мультик. Эй, ребята, нужна ваша помощь. Я хочу досмотреть этот мультик. Поставьте 50 тысяч лайков, пожалуйста. О, привет, милый паучок. Давай дружить. Оу! Паук! Нужно срочно вызвать дезинсекцию. Алло, приезжайте как можно скорее. Привет, это служба ликвидации насекомых. Он там, огромный гигантский паук размером с меня. Спокойно, наш яд совсем справится. Идем в гостиную, я вам все покажу. Идите, идите, а я пока что обработаю прихожую. Ага, супергеройские маски. Новый план. Хорошенько прополоскать их в отраве для пауков. Вот он, огромный гигант. А куда он делся? Только что был здесь. Время расплаты. Он был здесь, паук-великан. Все готово, Дэдди. Вот теперь мы ликвидируем вас. Что? Куда это они? Скорее, наши маски. Готов. Готовьтесь к бою. Дохлый паук. Не надо было уводить нашего ребенка. Кстати, забери малышку. Идем с нами, детка. Чао, неудачники. Вот теперь ты по-настоящему дома. Вау, здесь можно прыгать? Конечно, можно. У нас же не тюрьма. А в моих туфлях еще удобнее. Можно прыгать в обуви. Ура! А можно порисовать? Ну, конечно. Хоть на стенах, делай все, что хочешь. У нас здесь нет правил. Обожаю рисовать на стенах. Вы мои самые любимые родители. Ну, все. Время работать. Работать? Давай, садись, присаживайся. Зачем все это?
готовим жвачки. Мы лепим жвачки. Мы можем сделать жвачки из всего. Даже киси-миси? Да, легко. У меня есть идея. Давай ее сюда. Хорошая идея не помешает никогда. В каждой жвачке частичка души. Поэтому давай свои усы. У нас этих жвачек... целая гора! А зачем вам это? Объясните тогда. Жвачки жуют. Жвачные реки текут так сладко. Деньги бегут. Ведь каждая жвачка – это десятка. Все, иди работай. Да-да-да. Эй, время идет. Продавай активнее, давай. Купите жвачки. Кому жвачки-бусы? О, можно мне жвачные бусы? Спасибо. Деньги детям не игрушка. Продавай дальше. Денежки! О, мы станем миллионерами благодаря девчонке. Майлз, что ты там делаешь? Слезай уже. Смотри, лонглексы очень любят деньги. Это наш шанс. Отвлечем их. Отдай их мне. Сейчас, Спайдермен. Нет, ты не понимаешь. О, моя денежка. Не трогай, это мое. Убери свои длинные загребущие руки. Ха, это было легко. А я заберу малышку. Вики, идем домой. Вики, наша дочь пропала. Это все из-за тебя. Садись, будем обедать. Брокколи? Я не ем овощи. Что? Не любишь овощи? Ладно, а вот и основное блюдо. Мое любимое. Я передумала. Я обожаю овощи. Очень вкусно. Какой аромат. Хрустящая лапка. Объедение. А теперь я расскажу тебе о своих подвигах. Дай мне альбом, дорогая. Опять? Да все о них уже знают. Смотри, это я разделался с носорогом. А здесь зеленый гоблин и доктор Октопус. Как увлекательно. Октопуса победить нелегко. Целых 8 щупалец, это не шутки. А это еще кто? Сюрприз! Октопус? Нет, еще страшнее, моя жена. Ауч, отдайте нам дитя. Еще чего? Упс, картридж закончился. Небольшая техполомка. Мы продолжим через минуту. Да что ты делаешь? Заряжаю паутину перед боем. Ну все, погнали. Ничего не вижу, мами. Туда, дяди, они там. Какое туда? Наш выход. Привет, дяди. Иду, милая, сейчас. Хватай ее, она здесь. Окей. Давай, скорее, чего ждешь? Готово, миссия выполнена. Дяди, выпусти меня. Аккуратнее, ценный груз. Фу, ну и гадость. Придется сбросить старую кожу. Мне нужен новый костюм. Я снова прозрел. Мами, мами, ты где? Мами! Неужели ты тут? О, приветик, мами! Ты что, совсем жвачканулся? Ты должен был схватить ребенка, а не меня! Да ладно тебе, не кричи! Вытащи жвачку из ушей! О, печенье! Детка, тебе нравятся печенье? Как я рада! Да, это мое любимое, с шоколадом! С каким шоколадом? Это печенье с мухами! Фу! Настоящая вкусняшка. Мы его просто обожаем. Я могу есть его целую вечность. Мами, как слышно, прием. Я севернее, а ты где? А, ты тут. Чего ты ползешь, как черепаха? Я тебя должен ждать. Это еще кто кого ждет? Не толкайся, Дэдди. О, вот наша девочка прямо под нами. Не будем ждать. Хватай ее.
Что? И чьи-то руки? Опять они? Ну все, ребята, пора с вами разобраться. Упс, мне лучше уйти. Бега? Горячий удар! Промазала. Еще нет. Муха, слезь с меня. Не попала, не попала. Ты мне уже надоел, пора тебя прихлопнуть. Тапок, серьезно? А еще меньше не нашлось. Да, секундочку. А как тебе такой размерчик? Упс, это серьезно. Вот так тебе, получай. У этой мухи цепкий захват. Нужна мухобойка. Теперь твоя очередь, паучиха. Давай, вставай. Ты чего разлегся? Давай, Гвен. Все, мимо, приятель. Попробуй мой апперкот ногой. Стоп, это же старый прием, но действенный. Оп! Ну давай, покажи себя. Ну все, время самого сильного оружия. Жвачки! Ха-ха, лузеры! Молодец, мами! О, дэдди! Остановитесь! Стойте! Вы же все паучки! Что ты имеешь в виду? О чем она? У тебя такое же родимое пятно, как у меня. Братик! Братик? Они все сумасшедшие. А я здесь откуда? А мы здесь откуда? Боже, лучше обратно в приют. Дэдди! Пичу! Упс. Заноси сюда. Выкатывайся, мышь. Мамочки, где я? Что вы от меня хотите? Сейчас ты сам все увидишь. Наша презентация готова. Жилетка? Не просто жилетка, а электрожилетка. Понимаешь, юный желток, у нас очень длинные счета за электроэнергию. Почти как наши руки. Ну а теперь у нас есть ты. И мы больше никогда не будем платить за электричество. Бесплатная электроэнергия. Теперь ты наша ходячая розетка, детка. Мы можем делать все, что захотим. А ты будешь качать нам энергию. Ха-ха, гениальный план! Добро пожаловать домой, наш маленький генератор. Приветик. Что привело тебя в мой магазин покемонов? Понимаете, мой покемон пропал. Мой маленький Пичу. Его украли эти длиннорукие злодеи. Семейка Лонглекс. И мне нужна помощь. Ты пришла по адресу. В магазин покемонов! Устраивайся поудобнее. Сейчас мы подберем тебе подходящего покемона. Сквиртл! Ну, что скажешь? Нравится? А что он может? Сквиртл! Всем привет! Покажи, что ты можешь, дружок. Нет. Прошу прощения. Он еще не контролирует себя. Сейчас мы быстро все исправим. Вот то, что вам нужно. Баттерфри. А я называю ее покемон Фен. Давай, за работу.
Что? Нет, прекратите! Меня сейчас сдует! Этот покемон не для всех. Возвращайся в покебол. Может, вам поможет вот этот покемон? Цветы, ноздри, ну и запах. Это король ванизма Вайлблум. Фу, тебе не мешало бы помыться. О, нет, 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 точно не этот. Фу, этот запах выедает глаза. Упс. Куда он пропал? Ребята, вы не подскажете, в какой из этих покеболов засосало нашего вонючку? Напишите правильный ответ в комментариях, очень прошу. Ага, покемон Лототрон. Любой из этих покемонов тебе поможет. Иди сюда. Выбирай смелее. Ну ладно, пусть будет вот этот. Хороший выбор. Окей, интересно, кто же там? Только не вонючка. Вау, Сими Сейдж! Привет! Ух ты, это круто! Я беру его! Спасибо за покупку. Эй, почему все мигает? Пичу, где наше электричество? Не отлынивай от работы. Я хочу есть. А, ты проголодался и разрядился. Ну, конечно. Идем на кухню, покормим тебя. Давай быстрее, Пичу. Вот, что у нас в меню. Жвачка высшего сорта. Но я не хочу жвачку. Не хочешь жвачку? Ладно. Сейчас мы приготовим что-нибудь другое. Жвачку или жвачку. Что же выбрать? Вот эту жевательную резинку. Приятного аппетита, малыш. Не нравится? Нет, я есть хочу. Почему у вас только жвачка? Кто-то спросил, почему у нас только жвачка? О, сейчас мы тебе все расскажем. А лучше споем. Жвачка, 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 наша любовь. Жуем мы эту жвачку вновь и вновь. Жвачка нам словно родная сестра. Жуем целый день, с ночи до утра. Мы жуем жвачку, забываем все тревоги. Ведь жвачка так же тянется, как наши руки и ноги. Дэйди, кто это? Я открою. Приветик, длинноручки. Отдавайте моего Пичу по-хорошему. А, ну конечно. Пока. Что? Ну ладно. Не хотите по-хорошему? Будете по-плохому. Давай, Сими Сейдж. Ой, как страшно. Ты серьезно? И это твой защитник? Покажи им, что ты можешь, Сими Сейдж. Опс. И это все. Мне было бы стыдно такое показывать. Добро пожаловать в семью Лонглегсов. Теперь ты наш. Нет, мой Сими Сейдж. Пока, Пайпер. Мне нужно больше покемонов. Самых сильных. Окей. Вот, держи. Отлично. Идем за мной, бесстрашный отряд П. О, Пичу, ты весь измазался, вот неряха. Не тяни руки, Дэдди, я сама разберусь. Крошка, идем умываться. Сколько жвачки пропало зря. Фух, дети доведут меня до ручки. Где моя успокаивающая жвачка? Пахнет вкусно. Где еда? Приветик, моя радость. Полезай в ванну, Пичу. О-о, ненавижу воду. Тебя все равно нужно вымыть. И хватит биться током, детка. М?
А ты еще кто такая? Джигглипаф! Как скажешь, посмотришь со мной сериал? Лучшее музыкальное шоу! Отлично. Оу, ну и интерьерчик. Что? Кто? А, ну, дай сюда микрофон. Ха, дилетанты. Daddy Long Legs. Еще один. Ну сколько можно? Ты это мне? Ну ладно. Уже иду, Дэдди. Вылезай, крошка. Мытье окончено. Опять нужна моя помощь. Подожди, тут печу. Дэдди, я тут. Привет, маме. Упс. Тачдаун. Ну, привет, пчелка. Ты не знаешь, с кем связалась? Это месть пасечника. Смотри, какой ароматный цветочек. О, моя прелесть. Ближе, ближе, пчелка. Ага, попалась. Вот так будет с каждым. О, еще один. Ну давай, маме готова. Кто это будет на этот раз? Я, Геодуд. И что ты можешь, крепыш? Моя стихия камни. Лови подачу. Ах, наивный булыжник. Из этого выйдет классная могильная плита для тебя, приятель. Держи, Геодуд. Это мой тебе подарочек. Спасибо. В другой раз. Пока. Уже уходишь? Как жаль. О, моя спина. Ну, я сейчас... Фу, что это так воняет? Мамочки, когда ты последний раз мылся, чувак? Ну и вонь. Ты что, съел скунса? Фу! Дэдди, нельзя быть таким чувствительным. Я умею задерживать дыхание байл-плум. И со мной этот фокус не пройдет. Полезай в свой покебол, вонючка. Вставай, Дэдди, нам пора. Еще один клиент на кухне. Теперь все покемоны в наших длинных руках. А вот и Пайпер, заходи. Вот твой отряд П. Забирай их и больше не возвращайся. Что? Пока-пока. Что же мне делать? Надо найти выход. Мне ничто не поможет. Покебол? Кажется, у меня есть идея. Отлично. Привет, ребята. Как вы думаете, мне стоит затащить Лонглексов в покебол? Да или нет? Напишите свой ответ в комментариях. Фух, ну и денек. Ты бы видел нашу маме, крошка Пичу. Мне срочно нужна моя успокоительная жвачка. И мне кусочек жвачки. А чья это жвачка? О, точно, это моя. Нет, моя. Нет, моя, отдай. Убери свои длинные руки, это моя. Я же говорю, моя жвачка. И больше не выходите оттуда.